Раз, есть. О, добрый вечер, друзья. Очень радостно видеть здесь много знакомых лиц. И в первую очередь хочется сказать вам спасибо за то, что вы после тяжелого трудового рабочего дня, среды, сделали правильный выбор и пришли отдыхать в джазовый клуб Алексея Козлова на наш оркестр. И мы постараемся сделать этот вечер праздничным, и будет много-много удовольствия и замечательной музыки. Итак, мы начинаем. Для вас играет Sol Fiesta Band. Я думаю, следует отдельно объявить нашего солиста. Без аплодисментов наш солист даже на сцену не выходит. Давайте вначале гром аплодисментов. Давайте я попрошу гром аплодисментов, потому что для вас сегодня будет петь Хуан Орландес Банес Родригес, Куба. Thank you.
Мы немножечко познакомились уже с музыкантами Sol Fiesta Band, и в течение концерта я расскажу, конечно, про каждого музыканта подробнее, а сейчас мы продолжаем концерт. Следующая песенка называется «Лала». Можно с нами подпевать «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Es búcula E. La 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 E, la la. La la la, 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 la la
давайте поаплодируем нашему тромбонисту Андрею Савельевичу. Замечательное соло. Дорогие друзья, еще есть маленькое объявление. Как-то непривычно просто. Таких концертов обычно мы играем, и толпа людей танцует прямо здесь перед нами. Не стесняйте и не ждете самой последней песни, чтобы потом танцевать и сказать «Еще, еще!». Давайте сразу потанцуем, сразу повеселимся, чувствуйте себя как дома, не стесняйтесь ничего. Быстрее потанцуй, да. Thank you.
сейчас мы добавим в нашу программу немножечко джаза. Мы возьмем джазовый стандарт и сыграем его уже в кубинской манере. Композиция называется «Willis Tem», тема, которую написал Вилли. Thank you.
думаю, что лучше играть потом. Пока не захотят. Домой? Следующая композиция называется «Un gran día en el barrio» – «Праздник в нашем городе». Это даже новое. Не город, даже не город, да. Села, да? Квартал. Квартал, да? Да, да, да. Ага. Я не так хорошо знаю испанский, как Хорхе. Neighborhood. Ага. Neighborhood. Neighborhood, да, квартал. Right. И эта песенка новая в нашем репертуаре, так что вы становитесь свидетелями премьеры. И последняя. В этом клубе. Не, последняя. Они доставать не будут, мы играем последний раз еще. А, вот так вот, да? Договорились. Как это собирались? Ай, мама! Toda la gente mía gozando de lo mejor. Esperamos mi vecindario, se ha visto venir a diario. Ya comparte los tambores y de la puerta de la esquina. Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio. El muchacho cantando, es un gran día en el barrio. Thank you.
Ну и что, дорогие друзья, мы приехали в наш конец. Давайте аплодисментов добавим, а то наш Орли уже загрустил немножечко. И еще аплодисментов для Орли. Thank you.
Алексей Рябухин, ваши аплодисменты. Спасибо, дорогие друзья. Увидимся еще. Сейчас мы сыграем еще одну композицию. Это финальная композиция в первом сете. Называется она «Мивисина, моя соседка». А где моя соседка? Соседка. Она еще не пришла. Я ее пригласил сегодня. Ну, может, меня не знал. А, вот моя соседка. А, вот она там. Все, понятно. Пони! Ты так это была моя соседка. Именно так. Ella tiene el besito más bonito de sola. Enamorando el beso de mi vida. Oye, que mira esa mujer, está divina, oh, blandita.
Спасибо большое, я думаю, что концерт пришел в конце. Увидимся еще. Старая деревня сыграем, и все зависит от вас. Именно так. Чантаж. Танцуйте, играем. Сейчас, друзья, небольшой перерыв в нашем концерте. Вы можете пока что-то заказать в баре. Помните, что чем больше вы пьете, тем лучше мы играем. Перерыв. Thank you.
Со видео лицом.
вон, уже потихоньку вспотеем. Друзья, давай посоединитесь. Здесь не хватает людей. Не хватает людей. Вы что сидите? Потом пожалеете. Честно. Пожалеете потом. А? Во! Следующая песня от Ком. Она, я думаю, все, которые здесь находятся, все знают эту песню. Но она версия в сальсе. Ну, так же, по кубинской манере. Друзья, если вы по кубински не можете танцевать, хотя вы танцуете по-своему, вообще, легко. По-своему протанцуйте. Да приходите, приходите. Дамы, давайте сюда. Вы всем, эта песня дальше, если не танцуете, споем вместе. Сразу знайте. Я даже влиять не буду. Te lo juro por mi madre, que esa hembra no es mi amor.
y el rey de las blancas y las negras, Alexei Budin. ¡Aquí lo tenemos! ¡Aplaudimiento! ¡Sí, señor! ¡Ahí nada más! ¡Dale sabor! Дорогие друзья, ну спасибо за очень даже Магдалена. Тебе лично спасибо. За вот это. За поезды. За поезды. За поддержка. Спасибо лично. Тебе спасибо. Ола, ола, ола. Мы продолжаем наши концерты. Да. Дорогие друзья, конечно, сегодня эта песня не симная. Песня называется «Вода, которая будет падать». Ну, «Агуа, которая будет падать». «Вода, которая будет падать». «Водопад». И, скорее всего, снег будет, а не вода. Oye, cuando miro al cielo, que se está alumbrando.
Да. Какое случайность, что слово получило какую-то невида вообще. Ну, вида.
Получили какой-то медаль. Да. А теперь история про дождь Лоли. Да, практически повторяй за мной то же вида. Да, дорогие друзья. Они оба застряли. Ну, девушки, в конце концов. Дочка Лоли. Y no quieren salir.
Thank you.
хочу представить для вас музыкантов, которые для вас сегодня играли, для вас пел Хуан Орландес Банес Родригес. На конгах очаровательная Анечка Березина. Ваши аплодисменты. За роялем Алексей Рябухин. Иван Безбородов, бас-гитара. Наш ритм-мейкер Александр Глазов. Наш специальный гость из Кубы. Креспо. Креспо. Алекс Креспо. Первая труба. Единственная и неповторимая. Сергей Мечков. Андрей Савельичев, тромбон. А все вместе мы с Сон Фиеста Бэнд. Спасибо всем, кто пришел на наш вечер. Для вас было огромное удовольствие играть. Встречаемся на новых концертах. Следите за анонсами. Да, встретимся еще. А это управляющий у нас, пожалуйста, Георгий. Администратор, управляющий, директор. И человек, который делает возможность эти концерты. Спасибо всем огромное и до новых встреч. Для вас играл Соль Фиеста Бэнд, клуб Алексея Козлова.